называется «Душа Николаевска». В Навь уходит город наш, кладбища забитые. Погибая, входим в раж, лица сплошь забитые. Этим пользуется враг, хитрый и невидимый. Погружает он во мрак, град им ненавидимый. Нас всех мучает вопрос, кто ж тот враг таинственный? А ответ ужасно прост, и ответ единственный. Феодальная возня, упыри проклятые, город жгут и кровь сосут, суки сплошь бархатые. Сотня мерзких упырей к телу присосалася, кол осиновый тесать, вот что нам осталось. Город — это не дома, фонари и улицы, люди города — душа, люди — его улицы. Люди живы, город жив, только люди ленятся, люди разлюбили жить. Дай бог, все изменится. Постскриптум. Для того, чтобы вернуть социализм, в голове каждого должна произойти революция. Только после самоочищения, только после пережитого катарсиса можно смело посмотреть в зеркало и увидеть в нем не спившегося предателя-ренегата, а воина-освободителя, увидеть человека. Данный стих написан о городе Николаевск-на-Амуре, старейшем городе на Дальнем Востоке, который некогда был его столицей. И, к сожалению, описанная беда Николаевска-на-Амуре является бедой общей для всех отдаленных северных и не только населенных пунктов. А Русь уже давно подняла голову, но этого упорно не понимают упыри-откатчики, которые вот уже 40 лет выстраивают свою кровососущую блядскую систему. Людям необходимо вспомнить о том, что они люди. Тогда люди из населения вновь вырастут в народ. Но начинать каждый должен с себя. Живите и ничего не бойтесь. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравились мои стихи, поставьте лайк. А еще лучше, подпишитесь на канал. Этим вы окажете неоценимую помощь, потому что внимание дорого. Родные мои, мира вам и мира в ваших семьях.